самый большой дом, видово 157. Один с подъездом, 10 этажей. Два месяца практически холодной воды нет. Не только на верхних этажах, но и третий этаж, четвертый, пятый, то есть средний этаж, воды практически нет. Водоканал дает очень низкое давление. То есть давление где-то 2,2 кг, но, естественно, этого не хватает. Надо минимум 4,4-4,5. Значит, водоканал не дозвонится, трубку не берут. В администрацию звоню дежурному, они говорят, водоканал – это отдельное государство, мы с ними ничего сделать не можем. Значит, две жалобы написал в администрацию города, сейчас уже готовлю края, потому что, ну, не принимаются никаких мер. Как людям жить? А у многих там маленькие дети, понимаете? То есть не помыть, не приготовить хозяйки, ну, третий месяц практически нет холодной воды. Ну, что это такое? Дадут ей со спичку, дадут давление, через 3 минуты нет, через 10 минут дадут, опять нет. Бардак вообще, волнейший. И пока никто не мер принимает. Или не хотят.